Ну, город, слушайте, на улице. Ну, теоретически, как бы это может радость поменять. Необходимо сделать, но если уж прям совсем не найдете. Это счетчики? Что? Нет, не только счетчики, еще по другому адресу нам нужно тариф изменить на телефон. Должен этот на более дешевый. Здесь упасть, поэтому хотим генеральную доверенность оформить, чтобы каждый раз по 2000 рублей на каждую доверенность не тратить. Потому что вы оформили год назад доверенность. Это вы хотите генеральную доверенность? Ваша мама сказала только по счетчику. Вы понимаете, что такое генеральная доверенность? Нет, нет, нет. Генеральная доверенность – это управление распоряжением всем вашим мужем. Вот я ваши мужу вместе продались, заложились, обменять, взять на ваше имя кредит вместе, выписать вас в никуда. Это называется генеральная доверенность. Андрей Михайлович, поставлено завещание от имени… Да не будем телефон. Изменение тарифа на телефон – это имущественное право? Нет, не имущественное. Вот тогда на неимущественные права сделать. Андреевичу, на него возложена обязанность. Нет, Василий, вы хотите, чтобы вам поменяли другой тариф на период вашей жизни? Пожизненно право пользования квартиры. Ну, вот они хотят. Они хотят. Да. Они тут ни при чем. Тариф, телефон записан на ваше имя. Да, вы хотите изменить что-то по этому телефону? Тарифный план какой-то дешевле и так далее? Я согласна выписать заявление. Возможно. Этого завещательного отказа. Это называется завещательный отказ. Переоформление счетчика – это имущественные права? Да, это только что спросил. У нас два счетчика в доме. Дом разделили на два помещения, две квартиры. Вот, соответственно, второй счетчик сейчас стоит на другого. Простите, пожалуйста. Мы приглашаем. Он хочет его переоформить. Да, владец Невосилия. Второй собственник другой квартиры. Каким образом он оформит счетчики на другого собственника? Потому что он оформлял, когда еще было общее все. Сейчас на каждое жилье ставится отдельный счетчик. Они стоят физически одна кухня и в ней два счетчика. Я вам потом позвоню. И каким образом вы хотите переоформить это на одного? У вас не получится переоформить на одного. Мосэнерго вам не даст это сделать. Не Мосэнерго, а этот водоканал. Хорошо, на воду. А счетчик на электроэнергию оформлен еще на покойную маму моей вот мамы, то есть на мою бабушку. А сейчас нужно не переоформлять? Не переоформлять, потому что не было. Я на нем поставлю отметку, что вам будет выгодно. А наследство оформлено на завещание? Наследство вот оформлено все. Это ваше лицо, чтобы все оформить. Сейчас собственник Нина Васильевна. Вот. Вот одно решение. Потом, потом переоформили на квартиру. В общем, уже вот. Сейчас это не жилой дом, а квартира. Две квартиры, да. На кадастровом отчете. Если не найдете, возвращайтесь. Да, конечно, у вас остается сейчас. Посмотрите. Вот здесь вот есть квартира. А новые документы вы не получали, что ли? Новый документ, вот заказал сейчас выписку из ЕГРП. А оригинал выписки лежит в кадастровой палате, в которую нужно ехать на Варшавское шоссе уже там несколько месяцев. Можете посмотреть вот в онлайн-системе в кадастровом номере, если у вас есть доступ. Вот конечный номер счета 776, по-моему, 776 в конце. Телефон номер скажите, где будет переоформляться. 8-926, 8-499-767-3705. А забирать выписку ДГР как-то будет? А я вот по этой доверенности, она действующая еще, выписку-то я могу забрать. Она, я по почте ее заказал уже. На какой срок доверенность будем делать, Нина Васильевна? Ну вот сыну говорил, что можно 3 года. Можно. Вы определяете срок, я у вас спрошу. Ну вот мы с ним договорились, вот я вам говорю. Только он будет этим вопросом заниматься или еще кто-то может? Передать полномочия третьему лицу может? Место я его забыла. Нет, не нужно, только без права передавали. Хорошо, приемные ждите, сделайте. Так, а ну счетчик электроэнергии, счетчик воды и все. Я про счетчики вам. Ну, можно в общем, неимущественные права, можно это записать тут? Там будет указано любые счетчики. Что еще тебе нужно сделать? Мне ничего не надо. Только говори то, что тебе нужно сделать. Ну все. Все, пошли. Ты
Ты вспоминай пока. Ты потом да еще не надо, доверенность за 2000 рублей еще. Нет, у меня. 1500 стоит доверенность. 1500. Ага, вот так вот. Ну все, уходим, уходим. Вам сказать. Вперед, идите, я знаю, что вы будете.